Давай, слюга! Ой, ёбаный рот! Ты поёшь? Мы песни поём, если хотите, можем спеть. Он нахуй увертел шашлык, хуем гадки он копал. Сейчас мы посмотрим один ролик. Мне он очень-очень, мне Тимка Мацони нравится. Ребят, вы обязательно подпишитесь. Это очень крутой чувак. Мы с ним на одном из мероприятий в свое время пересеклись. Я даже не помню, когда мы познакомились. Мне кажется, вообще 1000 лет назад так заочно с ним были знакомы. Вот, и он бумбоксер этот. Вот так вот делает, короче. Ртом, знаете, какие вещи делает? У него, мне кажется, одни подписчицы. Потому что самый разработанный рот у кого? Правильно, у бутбоксеров. Бум-бум-бум-бум-бум. Бумбоксеров, ёпта. Так что вы не забывайте тоже обязательно подписаться. Тимочка, здравствуй, мой хороший. Мы к тебе в гости зашли. Вот, и вот этот мне очень-очень нравится. Он поет, знаешь, как поет? Очень красиво, очень. Я все забиваю. Турники, блять, Квита Тиани. Я, извини, если криво прочитал, я это стыдоба. Торники, надеюсь, правильно ударение поставил. Очень не хочу обидеть, потому что очень талантливый человек, очень талантливый, очень бомбо. Да, а это поет. Так, давайте посмотрим сейчас годнота. Годнота поперла, ссылка внизу в описании. Лайк поставил, комментарий написал, сердежко поставил, развитие поддал. Оп, 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 все, ты тоже не забывай комментарий оставлять. Все, поехали. От винта. Вот это сейчас добро, добро. Спасибо вообще. Вам понравилось? Да, видос, кстати, называется «Притворились ботанами в чат-рулетке». Торники Квита Тиани и Мацони. Вокал и битбокс. Поехали. Да, вообще офигенно. Дорогие друзья, всем привет. С вами я, Тима Мацони. И у меня многоуважаемый гость Торники Квита Тиани. Сразу прошу прощения, дорогой Торники. Я ударение, вот я дебил, неправильно поставил. Значит, Торники, правильно зовут? Очень крутой чувак, очень крутой. Я вот я его узнал, кстати. Вот от этого человека замечательно. Вот от этого узнал. Так человек что, с восхитительным голосом, с прекраснейшей игрой на гитаре. Я думаю, вы его не впервые видите сейчас на своих экранах. Перед просмотром этого ролика обязательно поставь палец вверх. И самое главное, точно такой же крутой. Так, проверяю. Поставил. Все поставил, ты тоже не забудь. Крутой ролик выходит у Торники на канале. Ссылочка в описании. Удачи нам. Ребятки, ну а прежде чем мы начнем, я хочу поделиться с вами своими новыми девайсами. Чем еще коробку вскрывать, действительно? Да ёпта. Туалет хотел открыть. Они, короче, с системой самонаведения, по-моему. Bluetooth очки. Хера себе, Bluetooth закрыт. Не шутя. Я просто... Я был слеп, но теперь прозрел. Ёпта, не шутя. Вопросы имеются просто какие-то. Сразу я, ну, хочу понимать вообще. Вопросы есть? Если вопросов нет, то, в принципе, как бы, ну, просто называйте меня сегодня просто Алексей Старк. Так вот, можете называть просто по-скромному. Ну, так, чисто между нами. Просто по-скромному, ребят. Почему вы меня спросите? Потому что это Bluetooth. Кстати, очки. Я их уже открыть хотел 158 500 миллионов лет назад. У них какой-то там, короче, Super Touch Enable and Voice Assistance Comparatively. Built-mild микрофон, low latency audio, more than 5 hour on battery life, blue light filter and lensense. Lensense. Вот. Water resistance, IPX4, turbo, quattro, 4x4, off-road. Короче, в общем-то, как-то так. Вот, так что вопросы есть, вопросов, я думаю, нет. Пост сдал, пост принял. Можете, да, можете меня просто Мармок называть сегодня. Ну, только сегодня. Мармок никто не заметит, но сегодня, я думаю, можно. Хотите, мы споем для вас что-нибудь крутое? Да. Ой, какое красивое. Погнали. Не облажайся. Давай. Я уверена, что не облажаешься. Сабаду на балана. Бля, круто, да? Коражи,
брата. Бля, надо пацанам набрать. Мужики, извините, прервал. А если вот я на юг поеду, можно их с собой в машину посадить? Сзади, понял? В машину сажаешь, это же как бумбоксеры. Это, представляешь, это как человек-оркестр, ёпта. Посмотри. Посмотри, ребята, интересно, есть такая, нет? Функция у пацанов. Давно бы уже, кстати, я прорекламировал. Ребят, да. Вот так хочу. Москва-Сочи как вдарил сзади. Носа. Я подпевал, да. У меня голос есть, мне так мама говорит. Твоя. Шутить про матч в 2020 году — класс, ты гений! Хера там? Круто. Я так же умею. Ваши родители случайно один не террористы? Нет. А тогда откуда у них такая бомба? Вау. Sing a song for me. Yes, sure. No problem, man. Where from? I'm from Indonesia. Indonesia? Indonesia. Yeah. You love music? So you have Indonesian music? No, we have Russian music. Or Russian music. International. Oh yeah, international, I guess. Fine. Shit, you're so good, boy. Кстати, я слышал, как Тима в реальной жизни эти свои вот эти звуки, свои ротовые издает. Знаешь, какой он? Знаешь, он какой? Он прям... Он, видно, когда человеку что-то нравится, когда он делает, это очень круто. Он, знаешь, как ртом начинает там вот эти... Вот это вот вся вот это вот у него вот эта карусель. Знаешь, он как? Мы тогда, я тебе помню, у Калики стояли, дули целой тусовкой, а он нам забумбоксил. И, бля, я говорю, человек-оркестр, уникальный человек, обязательно подпишитесь. Бля, ну это нереально круто. Бля, ну это вообще заметно. Ух, shit, so nice, bro. Come on, you're next. Oh shit. In a second, no? No. Да, Слюга, ой, ёбаный рот. Ты поёшь? Мы песни поём, если хотите, можем спеть. Вот она. Вот они! Я уж думал. Вот они, ребята! Разрывные, ёпта! Ну, давай! Смотря что, да. Давай, Дед Максима, ебать! О! Это кто? Где ты помер, Дед Максим? Да! Так, игра, сейчас там типа... сейчас. Вот и помер Дед Максим, да-да-да-да, и хуй остался с ним. Положили его в гроб, хуй уперся в потолок. Он здоровенный был мужик, он на хуй увертел шашлык. Хуем грядки он копал, копал, хуем грядки поливал. Соседку тетю Зину он ебал через корзину. А соседа дядю Мишу. Пошло добро. А в гражданскую войну он спас дивизию одну. Немцы наших окружили, немцы наших перебили. Хорош вообще. Добро пошло. А дед Римку расстегнул и хуй над речкой протянул. Наши похую прошли. Ебать! Наши пронесли.
Вот когда мне говорят, что вот эти поколения, мы все просрали, я не знаю, если когда-нибудь вот этот вот работяга вот со своим другом меня услышит или увидит, и мне вообще плевать, знают они меня или не знают. Ребят, не все так плохо. Вы заметили, ребята, а дед Максима может? Не вот эти вот ваши, вот эти вот... Вот это вот, да, вот эти вот с жижабой, с подливой. А нашу, да? Согласись, то есть воспитание правильное и не все потеряно, так что... За ним немцы вспять стали нахуй наступать. Дед за лопой колыхнул, немцы в реку окунул. Классик. А те, кто я был в школе по воде, он... Если я когда-нибудь министром образования там стану, там, ну, это не будет, конечно, никогда. Ребят, сразу, уроки музыки у меня будут битком. Или просто даже я стану учителем музыки и русского языка. Я считаю, что вот эта песня должна... В принципе, с нее должен начинаться урок. Понимаете? Потому что, ну, просто вот урок с нее должен, в принципе, в любом вообще классе, в любой школе начинаться просто, понимаешь? Сразу, автоматически просто. Так что держу. Бил за лупой по голове после боя генерал. Ему за лупу целовал. Спасибо. Спасибо. Бля, ну... Спасибо. Спасибо вообще. Вам понравилось вам? Да, вообще офигенно. Мы хотим, чтобы мы хотим на Первом канале минута, это голос попасть. Голосую за. Ну, вам вообще этот светит. Ну, вы можете попасть. Спасибо. С дедом Максимом особенно. Спасибо. Если что, поставите голос за нас, если вдруг выберут, хорошо? Да, да. Не ожидала? Я на подтанцовке, пацаны. О, пошла пожилая волна. А? Нормально, нет? Обращайтесь. 25 лет в танцах. 54 года. А? Это было первый раз. Красиво, красиво. Ну как вам? Понравилось? О, вообще круто. Ух ты, прикольно. Давайте что-нибудь. Бля, мне на секунду показалось, что это с членом в руке лежит, бля. Мне аж, ёпта, внутри все ёкнуло. Я говорю, все, посмотрели видеоролик от Тима Мацони, блядь. На 3 месяца просто пресс-эф сразу. Мне кажется, мне ни одному это показалось, блядь. Давайте, главное. Давайте. Мне показалось. Давай останемся свободными. Жилка и Москва. Не, ну это талант, Вот что надо по телевизору показывать. Вот чего, блядь, они ваши эти. Вот! Вот! Просто поет. Друг или подруга, которые вот так вот фоткают. Это, блядь, это дефолт. Это сфоткала, нет? Сфоткала? Дура, видео снимай, ёпта. Я тебе, говорит, потом на флешку перекину по ИК-порту, ёпта. А, это регистратор? Пута! Браво! Супер! Привет! Пожалуйста, я тебя не убрали. А что происходит? Яйца. Мы можем сейчас спеть, если хотите. Да, пожалуйста. Все, сейчас начнем. Ну, давай. Что-то с ним, да, этому. Я не знаю. Все без тебя не так. Лечу к тебе, словно комета. И даже подумал писать.
я найду тебя. Иди ко мне, да, ты просто поди ко мне, да. Я знаю, будет наше это лето. Ведь ты моя, ведь ты моя. Дима, я тебя люблю. О май гад! Пам-парам-парам! Очень приятно. Ага, my baby, you're set to light. If in time to see you sleep, move the night. I'm gonna fire, shoot me right. Опа, пошло. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. You can give it to me. I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, ой, это очень круто, брат. Давай ты теперь. Окей. Это очень круто. You can roll like this line. Ой. Вот вы молодцы. Ты тоже, бра. О, какие у тебя глаза. У тебя зрение плохое, друг. Это с детства. Ну, это вообще не лечится, походу, да. Не, если что, песни поем. Если хотите, можете заценить. Ну, если вам не сложно, я могу заценить, как быть, так сказать. Как очень кавказец. Добрый. Надо что-то такое спеть. Кавказская, да. Давай, я начну. Давай, я подстроюсь. Все, давай, давай, давай. Не говори мне ничего и дай немного мне подумать. Я пью шотландское вино, пытаюсь мыслями запутать. Не говори мне о любви, которой нету в твоем сердце. Что-то там, та-ра-та, ты перешла мои границы. А горький вкус твоей любви меня пленил, теперь без сил, а ты змея пустила я, любовный я, а я так рад, что та-та-ра-та-та-ра-та. Слова не помню. Ну а ты, у тебя битбоксер тоже оказывается, да? На самом деле вы серьезный такой дуэт. Серьезно, ребята. Ну, мы начинающие. Мы только не это строго не судите, только чуть-чуть фальшивим. Сияй, сияй, если твое тело во тьме увижу не я. Сияй, для меня боль убитый мотив. Я за тобой по пятам, ты от меня, но не улетай. Просто сияй, бля. Просто сияй. Ну да, не, голос просто браво. Это... Голос, голос шоу, который... Они оба крутые, на самом деле. О, послушайте. Я за вас буду болеть. Не забудь подписаться, написать крутой комментарий, поставить лайк. Блин, ребят, я думаю, что это один из прям таких, знаете, вот немногих случаев, когда я даже и лайк, в принципе, просить не буду. Ребят, вы очень, блядь, крутые, и продолжайте снимать такую годноту. Это круто, это здорово, и это очень-очень-очень прикольно. Тимыч, огромный респект тебе.